Итак, для вас звучат саратовские переборы. Чем славится гармошка саратовская, да? Ну, колокольчиками говорят все, да? А вот, оказывается, еще есть гармонь татарская, у нее тоже колокольчики. Дело в том, что играть на ней совсем нелегко, на этой гармошке. Не случайно в нашем городе, недалеко от консерватории, в 2009 году поставили памятник саратовскому гармонисту. Итак, следующим номером нашей программы хочу сыграть для вас знакомые многим песни о Волге, поскольку я приехал с Волги, да? Большой вам привет привез от своих земляков.